Смотри, такой снегопад, короче. Ну, короче, капец снегопад. Я сейчас, блин, мандаринка упала. Я сейчас еду и гадаю. Давайте делать ставки. Миксер поднимается или забуксовал? Я думаю, что он забуксовал. Там уклон 45 градусов, по которому ему нужно подниматься. Миксер КамАЗ огромный. Я ставлю на то, что он забуксовал. Давайте, смотрим. Потому что я сейчас с трудом выехал вот на Ладе, на Ларгусе. Кое-как. Мандаринка вкусная. Всем привет. Меня зовут Николай Шахматный, и вы на канале Николай Шахматный. И барабанная дробь. Я уже рассчитывал увидеть его фары. Погоди, погоди. Неужели нету? Слушайте, он походу забрался. Блин, а я проиграл пари. Вот здесь вот, видишь, уклон. А, здорово. 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 Ну вы его видите, да? Как-то так, короче. В общем-то, как-то так. Ну давай я к нему спущусь. Он сюда тоже ползет. Да, он меня пускает. Я к нему сейчас спущусь. И буду трактор. Трактор будет это все делать сейчас. Потому что здесь по-другому никак. Вот. Вот.